Так, сейчас я покажу упражнение для развития обратного охвата колец. Обратный хват колец хорош для горизонта, виса и переворота планки. За счет того, что мы выворачиваем при верхнем выходе вот так руку, мы тренируем баланс в выходе и силу запястья в обратном вывороте руки. Сегодня очень классно проработал мышцы, позанимался на кольцах, на брусьях.